Идем за мной! Не расслабляться, не хочу сюрпризов. Грифон, видите это? Да, видим. Мы проверим, но похоже, это оно. Принято. Какого... Валите оттуда! Бомба! Уходи быстро! Бегом! Бежим! Быстрей! Быстрей! Высылайте спасательную команду моих бойцов на задание и положите весь отряд! Майор. Джентльмен. Можно грузиться? Не надо торопиться. У нас никогда не было таких потерь. Передохните, помолитесь, если для вас это важно. Мы готовы, сэр. Что ж, накажем мразей, которые это сделали. Все детали в ваших КПК. Бомбу, убившую наших товарищей, везли к южной границе. Они заплатили высокую цену, чтобы не допустить этого. Но это цена – безопасность нации. Рамирес, Аллен, Макген и Хейнс сделали свой выбор. Их жертва не была напрасной. Но давайте сделаем так, чтобы это не повторилось.
Бомба прошла через множество рук, прежде чем оказаться там. Один из цепочки, Габриэль Паэс, хочет сотрудничать. Паэс – наркоторговец средней руки и новичок на рынке оружия. Кажется, он откусил больше, чем может проглотить. Он говорит, что не знал конечного адреса. Бла-бла-бла, но не суть. Паэс – слабое звено. Надо действовать. Похоже, за Паэсом охотятся его собственные люди. Когда он не сумел доставить несколько грузов и попал в серьезные неприятности, то стал торговать оружием. Нужно узнать, как он вышел на этот рынок и с кем он связан. Мобильные датчики позволяют отслеживать цели. Любые цели. Стены, техника, неважно. Просто забросьте датчик туда, где засели плохие парни, и вы узнаете о них все. Если все пойдет по плану, особо стрелять вам не придется. Но возьмите побольше патронов. Если что-то пойдет не так, пригодится универсальное оружие. Рекомендую гоблин с коллиматом. Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. ¡Localízalo! ¡Ay, idiota! ¡Есть! Охотник на связи. Мы в точке рандеву, здесь ни следа груза. Мутно. Дом разорен. Паэс, должно быть, смылся. Принято. Мы проследим за ним и примем меры. Какие будут указания нам? Держите ухо востро и готовьтесь взять след. Охотник, мастер на связи. Мы засекли Паэса в эфире. Соединяем. Эй, вы тут? Мистер Паэс, мы в точке рандеву и готовы вытащить вас. Кто-то ждал меня. Со мной хвост. Я меняю. Потом выйти ко мне. Рынок, торопитесь. Давай, уходи. В укрытие. Не высовывайтесь. Не стреляй. Нужно выяснить, сколько еще их в округе. Включи датчик. Должно помочь. Малая цель. Все, готов. Скоро к нам придут. Я иду. Враги на 12. Минус один. Подавляю огнем. Перезаряжаюсь. На 12. Стрелок. Подтверждаю. Понял. Уйди. Oh!
Вот он. Вижу Паэс. Включай датчик. Вижу противника впереди. Búsquelo al Paez. Tiene que estar por aquí. Защищаем Пипа. Стрелять на поражение. Ну что, понеслась? Враг убит! Впереди! Вы, Грин, до смерти моей хотите? Я в укрытии! У машины! Аккуратно, там жарко. Принято, охотник, мы постараемся. Пико. РПГ! Так, это там! Слишком горячо, придется покинуть зону. Волчок, уходите, встреча на запасной. Принято, удачи. Противник слева! Победа наша! Выметайтесь отсюда нахрен, или убью! Быстро, быстро, валите! Гаси их! Отсеем огнем! Не высовывайся, я иду! За мной. Поиграем в альпинистов. Охотник, мастер на связи. Мы запеленговали сотовый ВИПа. Ведем его. Понял. Уверены, что он стоит таких напрягов? Отнюдь, но он нужен Румо, так что выполняйте. Он знает, что мы хорошие парни? Он знает, что вы единственная надежда, значит, вполне хорошие. Что-то он не радуется. Если выживет, я напомню, что ему чрезвычайно повезло. Посмотрим, что внутри. Ставьте датчик. Датчик брошен. Приготовились к проникновению. Противник четко впереди. Сколько их там? Четверо. Все стрелки. Не стоим! Готов. Мастер, охотник на связи. Что с грузом? В движении. Тепловые датчики показывают высокую активность. Вы разворошили муравейник. Ищейки? Перемешку с гражданскими. Смотрите в оба, следите за целями. Есть! Давай, уходи! Услышали нас? Враги, на 12! Там стрелок! Враг убит! Попал! На балконе! На балконе! Я иду! Враг движется! Цель уничтожена! Осколочная! Понял, осколочная! Цель поражена! Заводи! На 12! Минус один!
В бой, в бой! Осторожно, пулемет! Передвигаемся от укрытия к укрытию. Тут легкая техника! Перед нами! Скорее, давай в укрытие! Пулеметчик! Перед нами! Пулемет! Они отходят! Забьем их! Сэр, мы продвигаемся. Подождите. Ваши мне сказали, что послали лучших. Если это лучшие... Мы близко. Еще пара минут и мы вас слышим. Давайте, парни, вперед! На деле! Они на крыше! Стрелок! Осторожно, они идут! Граната! Понял, граната. Я подавляю их. Не убивай гражданских, ты с ума сошел! Так, держать! Зажмем их! Найди укрытие! Я их прижал! Они у бетонных блоков! Снял его! Вообще! Перезарядка! Иду! Сэр, мы их как раз убираем. Ждите. Пошли, идем! Надо выходить! Здесь проползаем, берегите головы. Вперед, живо! Идем! Бой! Иду в бой! Есть! Принял! Закончим дело! Есть, датчик! Закрыто! У него РПГ! Прижал их! Попал! Все готово! Чисто! Идем к вам еще чуть-чуть. Я в убежище. Но сколько еще? 2-3 минуты. Вы в безопасности? Нас не должны услышать. Используйте глушители. Нет, они снаружи. Спокойно, пригните голову. Не надо было верить вам. Ваши люди дали мне гарантии. Сэр, клянусь, мы вас вытащим, если будете меня слушаться. Быстрее же. Черт. Паэс. Паэс. Призраки, быстрее. Контакт. 2 стрелка. Уставьте датчики. Внимание, еще трое. Рядом с контейнером. Я в пути. Тут малая цель. Впереди. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Смотри отсюда. Осторожно. Цель поражена. Если нас увидят, его сразу убьют. Иду. Бросил датчик. Вернись, тебя увидят. Узнают, что мы тут, прикончат Паэса. Подтверждаю, он там. Сколько? Четверо, плюс цель. Приготовиться. Пойдем быстро. Разбирайте цели. Выполнять. Выполняй! Сарки! Эль-энемиго атака!
Смотрите, вы, сукины дети! Мастер, это охотник. Груз у нас. Принято, охотник. Волчок поврежден. Он в воздухе, но мы не можем рисковать. Я сам идти могу! В зоне эвакуации слишком жарко. Планы изменились. Спускаемся вниз. Идем, идем! Отвалите! Я сам тебя вытащу! Стоять! Дайте мне оружие! Я могу сражаться! Нехорошо будет, если вас подстрелят, сэр. Ромб вокруг ВИПа. Все, иди! Вы меня вытащили. Это реально грузовик. Ну, у нее V8, 6,7 литра. Она точняк лучше. Тридцатник. Ты на базе живешь, а не на ранче. Вроде работает. Тебе не нужны эти 6,7. Я тебе говорю, мужик, она лучше. Попробуй. Ну да. Надо выходить немедленно. Сколько нужно времени? Сколько? Примерно полминуты. У нас зеленый свет, ребята. Собираемся. Тридцатник, лови. Пеппер. Козак. Они разобрались, как это работает? Неплохо. Классная штука. Главное, двигаться медленно. Какая задача? Полевой командир скрывается в лагере беженцев. Его кормит та же рука, что и наших друзей из Южной Америки. Детали в КПК.
Человек, которого вы доставили, Паэс, назвал сотни имен. Большинство из них шушера среднего и мелкого разлива в Южной Америке. Но мы нашли кое-что интересное. Джентльмены, мы направляемся в Африку. На долю Паэса пришлась лишь часть большой поставки. Другая отправилась в Замбию к человеку по имени Деде Макаба. Макаба – ангольский полевой командир и военный преступник. Он бежал из Анголы в Замбию и открыл лавочку прямо в центре лагеря беженцев. На днях он ожидает свежую порцию груза. Макаба лишь очередной этап. Вам нужно выяснить источник поставки. Времени у нас в обрез, придется действовать днем. Местный проводник поможет проникнуть в лагерь. Найдите Макабу, найдите этот груз и выясните, откуда он. Деде Макаба – старый опытный партизан. Он превратил один из лагерей беженцев в свою базу. На этой территории никто не может раздобыть оружие или еды без его разрешения. Похоже, для вооружения своих людей он поднял старые контакты. Те самые, что снабжали оружием Паэса. Процессор адаптивного камуфляжа не сможет обсчитывать обстановку, если двигаться слишком быстро. Но если стоять на месте или медленно идти, вы будете почти невидимы. Магнитные сенсоры показывают любой металл, который есть поблизости. Мины, врагов, засевших в засаде с оружием, схроны, да много чего. Место операции почти пустыня. Открытое пространство, нет укрытий. Возьмите штурмовую винтовку с тактическим прицелом. Это обеспечит точность на дистанции и автоматический огонь в ближнем бою. Chores. Ei, ei, Che, tenha calma. Tenha calma. Ah! Malandra. Только слово, Кэп. Тихо. Это мастер. Как успехи? Мастер, охотник на связи. Готовы выдвигаться. Понял. Главная задача — найти и захватить последнюю поставку оружия Макабе. А Макаба? Вторично. Нам нужны его поставщики. Ясно. Конец связи. У нас тут стрелок. Один. У колодца. Здесь еще двое. Бросил датчик. Выхожу. Еще один. Где ты его видел? Они слева от нас. У обломков. О, еще один. Впереди. Все, готов.
Снял его. Они нашли 14-го этажа. Контакт впереди! Прикал их! Надо осмотреть лагерь, чтобы не рисковать. За мной. Есть камуфляж. Ложись! Не атаковать. Они нас в клочья порвут. Всем лечь. Будем ползти. Враги на 12. Осторожно. Легкая техника. Так, вроде все в норме. Плюс 2. Справа от нас. Вижу стрелка. Одного. Что он делает? Думаю, это патруль. И еще один. Рядом с машиной. Тридцатник, выхожу. Вижу еще одного. Прямо впереди. Здоровая штука. Без помощи нам здесь Макабу не найти. Пока будем глазеть тут, он уйдет. Если пойдем наобум, потеряем его. Охотник мастеру, нужно сканирование со спутника. Мастер принял, ждите, передаем. Там внизу пороховая бочка. Гуманитарный кризис, это мягко сказано. Бандиты Макабы контролируют все. Еду, воду, медикаменты. А что не принадлежит им, забирают силой. А вот и наш человек. Как зайдете, следите за ним. Он приведет вас к грузу. Макаба так или иначе контролирует все. Там все завязано на нем. Он ваша главная цель. Вас понял, мастер. Когда прибываем? Связной уже на месте. Он вынужден скрываться, но будет ждать вашего прибытия. Только не привлекайте к нему внимания. Он сильно рискует, помогая нам. Принято. Охотник выдвигается. Сэр? Да, вижу его. Нам нужно его вытащить. Да, надо сработать чисто. Приготовиться. Не стрелять, пока не доберемся до цели. Две цели.
Иду. Номер три. Командуй. Готов к атаке. Четвертая цель. Жду сигнала. Есть. Подтверждаю. Есть, он здесь. За мной. Пошли. Вперед! Идем! Быстро! Не высовывайтесь! Тихо! Не надо привлекать внимание! Итак, призраки, давайте определим условия контакта с противником. Заходим в лагерь, уничтожаем врагов, не поднимая шума. Работайте с первого выстрела. Если цели несколько, помечайте и ликвидируйте их одновременно. Маскировка позволит нам проскользнуть незамеченными. Если макаба исчезнет, мы упустим наш шанс. Нужно быть внимательными, ясно? Есть. Нормально, как? Принято. Охотник, для сведения, к вам идет песчаная буря, не упустите момент. Принято. Не упустим. Стрелять.
Это за пределами зоны. Бабер, встречай. Ваши цели отмечены. Готово. Козак, по твоей команде. Давай. Вижу стрелка одного. На 9 часов. На крыше. Нужно торопиться. Две цели. Вот и третий. Приготовьтесь. Жду сигнала. Жду сигнала. Нужно торопиться. Угроза устранена. Вижу двоих. Рядом со штабом. Что они делают? В карауле. Цель поражена. Перезаряжу. Вижу. Segurança da pista de aterragem. Dede, não sei. Não tratamos disso. Não tem desculpas. Eu não confio nesse sujeito. Chita, pode ir. Arranja alguém que os mantenha debaixo do controle. Manda uma minha guarda para os próprios acompanhados. Trata tudo disso. Anda! Сколько еще? Нет, не важно. Деньги ушли. Но перевод легко отменить, если не получу того, что мне нужно. Да, конечно, я уже говорил об этом. Не будь идиотом. Мои люди готовы принять поставку. Просто сажайте самолет, а дальше мы обо всем позаботимся. Мастер, получается, оружие все еще в пути. Чего ты так интересуешься своим бизнесом? Здесь рядом есть летная полоса, поищем там укрытие. Что
Что с Макабой? Значит, найду другого. Позаботьтесь о нем сейчас, чтобы не возвращаться. И не надо меня разводить! Помечаю цель 3. Четвертая цель. Готов. Я готов. Цель уничтожена. Иду. Перезарядка. Вижу еще двоих. Стоит на посту. Две цели. Готов. Жду выстрела. Здесь еще двое. На 3 часа. Готов. Командуй. Вижу пулеметчика противника. Подтверждаю. Понял. Смена позиции. Плюс двое. По курсу. Есть пара. Иду. Готов. Жду сигнала. Огонь! Камуфляж включен. Отдохните, проверьте снаряжение. У меня есть изображение полосы со спутника. Похоже, груз Макабы прибыл, его уже выгружают. Сэр, в самолете может быть план полета. Узнаем, откуда летели и, возможно, куда. Хорошая идея, Козак. Мастер, охотник меняет цели. Попробуем взять инфоблок самолета. Я вас понял, охотник. Поторопитесь, приближается буря. Ясно, что экипаж постарается взлететь пораньше. Вас понял. Капитан, при всем уважении, здесь нам не надо бы торопиться. Да ладно, расслабься. В могиле бы не расслабиться. Ни к чему это спешка. Пеппер, я и сам не в восторге, но выбирать не приходится. Понял. Работаем. Жестко, господа, но спокойно. Подвигаемся. Вижу полосу. Кажется, самолет готов взлететь. Мы не должны этого допустить. На аэродром. Выхожу. Один боец, стрелок. Спереди. Стреляй. Командуй. Вижу еще двоих. Перед нами. Номер 3. Приготовьтесь. Начинай. Открыть огонь. Две цели. Жду. Готов к атаке. Начинай. Плюс один. В здании. Что он делает? Курит. Я в пути. Самолет ждать не станет. Этот готов. О, еще один. Цель устранена. Жду сигнала. Пошел. Вижу противника. Где ты его видел? Над, помечаю цель 3. Жду выстрела. Готов, жду выстрела. Еще двое. На 12. Готов к атаке. Самолет начал движение.
Сколько у нас времени до начала бури? Очень мало. Thank you.
противник выдвинулся к месту крушения. Принято, мы разберемся. Противника пока мало. Вот скоро все сюда сбегутся и начнется веселуха. Давай! Похоже, там двое. Поправка. Трое противников. Гляди, нужен. Вижу двоих. Вон там, самолет. Стреляй. Номер три. Готов. Приготовьтесь. Но помощника не трогал я. Нет, нет. О. Ну вот и он. Дом вдали от дома. Люблю флот. Обожаю. Если бы не чертовы матросы. Не волнуйтесь, вы тут не задержитесь. Майор сообщил, у Лэнды проблемы. Успели сесть, у нас уже снова есть работа. Снаряжение уже готово? Готово и ждет.
Подробности задания смотрите в ваших КПК. Черный ящик из Замбии, тот еще путешественник. В Румо смогли извлечь из него маршрут. До этого были остановки в Нигерии. В дельте Нигера в последнее время зафиксирована активность. Похоже, у ЦРУ есть агент, контролирующий частную военную корпорацию в регионе. WatchGay SEC заявляют, что они обеспечивают безопасность нефтедобывающих компаний. Но, по-моему, не только. Эти ребята купят силы на НПЗ и устраивают вылазки в соседние деревни, накаляют страсти в проблемном регионе. Зачем, надо выяснить. Агент ЦРУ, офицер Дэн Сайкс, успел передать подробный расклад ситуации, после чего исчез. Лэнгли пыталась восстановить контакт, но пока что безуспешно. Они предполагают наихудший вариант. Задача — найти и эвакуировать Сайкса, каком бы он ни был в состоянии. Нефтяная корпорация наняла бойцов WatchGay для охраны своих предприятий от местного населения. Они решили, что им выдан карт-бланш на работу в регионе и продают оружие всем, включая ДД Макаба. В стандартном режиме это малозаметный самолет-разведчик. Найти расположение противника, отметить цель для атаки – легче легкого. Если хотите целиться лучше, вам пригодится такая стабильная платформа. С ней снижается мобильность, но повышается точность. Парни из военных корпораций всегда на нервах. А тут еще проблемы с местными. Этот НПЗ легко оборонять, так что вам придется попотеть. Я бы взял ручной пулемет с оптическим прицелом и карабин с глушителем.